наша покупка на сегодня. Взяла булочку хлеба, помидорки, огурчики. Прям так салатику захотелось. Буду салатик делать. Взяла в Ермолино зефирки, колбасу ермолинскую, полотенце бумажное, краску для волос и какие-то прокладки такие новые. Чеки, короче, не знаю где. Вот какой-то чек есть на 319. Остальные где-то складывала все чеки. И, как обычно, не помню, где ничего не нашла. Так что наша покупка на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверх и подписываться на канал. И обязательно жду вас в комментариях. Спасибо всем. Наша покупка на сегодня. Конфеток я сегодня конфеток от них взяла. Пятерочки. Даешь конфетки. Вот такие какие-то паксы, разные ассорти. Здесь разные три вкуса. Вот такие сладуница конфеточки. Это в Пятерочке я брала. Такие паксы 270, а эти по 220. Вот эти 310. Вот эти все остальные, все вот эти все по 220 килограмм. Даешь 290. Так, нет, 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 сейчас даже по чеку посмотрю. 390 даешь. 314 вот эти конфетки. В общем, вот по чеку что вышло. И бананы за 80 рублей. 80, 89 бананы. Вот по конфеткам, ребят, что. Это вот кило 400. Вот это все разные по чуть-чуть. Они стоят 229 даже. Так. Чё? Почему 300? Нифига. Вот эти что или какие? Не поняла. Ну, я сказала уже, они 30. Там ценник другой был, а тут другой совсем. Ну ладно, это наша покупочка на сегодня. Чайник как раз закипел, я пошла пить чаек. Наша покупка на сегодня. Такие вот чокопаечки взяла. Захотела мороженое, кабачки, чесночок, дынька. Тесто слоеное взяла. Сейчас испеку что-нибудь. Хлебушек, батон, сметанку. Такой вот сливочный. Зеленью огурцом. Кстати, очень понравился, но взяла чуть-чуть. И вот эту зеленью. Сейчас кабачки пожарю, буду кушать. Капельки для глаз и рыбий жир взяла. Берешь одну, третья в подарок. Ой, берешь две. Так что три штуки взяла. Так, это у меня по чекам. Магнит 301. 230. Это где? Что это у меня? Не понимаю. А, это дынька и кабачки. И чеснок. А это кабешка. Хоть у меня конфетки есть, но хотелось чокопаек. Мороженка. Так что это покупочки у нас на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверху. А у меня новый маник. Как оно? Ту-дум. Наша покупка на сегодня. Вот такой ящик киви взяла за 200 рублей. Не знаю, попробую, вкусно или нет. Мороженое вот такое. Альпен Гольд и киткат мороженое. И 3 килограмма риса. Будем пробовать. Это наша покупочка на сегодня. Неужели вот такой вот огромный арбуз я взяла? Мы сыр на машине ездили. Так что я довольна. Буду резать его только завтра, не сегодня. Потому что сегодня я наелась дыньки. И сейчас киви поем. А завтра буду резать. Наша покупочка.